Всем привет, дорогие друзья, с вами Ермоленко9, и сегодня у нас 8-й выпуск карьеры в игре F1 2017 за американскую команду Хаас. Сегодня у нас городская трасса, на этот раз Гран-при Азербайджана. Как видим, у нас первая тренировка, и наши инженеры нашли какой-то дефект в тормозной системе. И как тут не вспомнить реальность, где у американской команды Джина Хааса постоянные проблемы с ними, и они меняют их раз за разом. Ну и собственно, пока механики устраняют неполадку, мы похимичили над настройками. Правда, их менял я еще после этого долго и нудно. Ну что ж, первая задача у нас освоение трассы, и мы ее прошли на самых жестких шинах медиум. С первым сектором проблем практически не возникало, разве что были проблемки с выходом из шиканы. Также хочу отметить очень классную и важную деталь от Codemasters. Наконец-то они исправили баг с самыми медленными поворотами, из-за которых в 16-й версии формулы пройти эту задачу на максимальную оценку было невозможно. А в этой версии уже все идет как по маслу, и можно зарабатывать максимум ресурсов. Далее сложное торможение у нас в 15-м повороте на спуске, где легко разбить не только крыло, но и подвеску. Ну и 16-й поворот, который, скажу честно, проходить у меня не получалось. То ли неправильная траектория, то ли я неправильно торможу. Ну, в общем, не знаю, с этим поворотом что-то непонятное. Ну, в скоростных поворотах на прямых проблем никаких не было, и у нас максимальная оценка, так что мы можем двигаться дальше. Вторая наша задача – контроль резины, где мы использовали средний комплект шин для Баку, это у нас софт. Также я пересмотрел чуть-чуть настройки, я снизил аэродинамику до параметров 3.3, а также пересмотрел настройки торможения, где я уменьшил давление в тормозной системе, чуть-чуть, чтобы шины не блокировались, ну или по крайней мере меньше блокировались, но при этом усилие на педаль тормоза было чуть больше, ну мне так было комфортнее ездить. Как видим, во втором повороте я немножко заблокировал шины, но первый круг вообще не удался из-за того, что я потерял слишком много времени, а с износом там было все хорошо. На втором же круге после второго поворота вроде бы все шло неплохо, и на выходе из 16-го поворота, то есть в котором у меня там были проблемы, то что я говорил в первой задаче, у нас было отставание от графика примерно в 0,3 секунды. Но благодаря низкой аэродинамике и большой скорости на прямых, это все отыгралось на скоростном участке третьего сектора. И плюс я использовал обогащенную смесь, чтобы быть уверенным в результате. Как итог, максимальная оценка, и у нас низкий износ шин. Но в гонке может пойти все по-другому, так как в тренировках обычно все хорошо, а в гонках уже не так все гладко. Следующая задача, которую мы прошли на том же комплекте шин софт, это у нас экономия топлива. У меня проблем с этой задачей не было, но опять же мы прошли ее на среднюю оценку, то есть на максимальную оценку я в этой задаче претендовать, наверное, никогда не буду, так как экономить у меня не получается. Если пройтись по кругу, то экономить у меня не получалось, потому что повороты и так медленные, и я не знаю, где там еще сбавлять скорость, то по времени запас у меня был около 7,8 секунды, что не может не радовать на круге. Так что темп был хорош, но вот я попробовал чуточку схитрить и перед финишем, вернее, перед финишной чертой отпустить педаль газа, чтобы дельта не дельта, а вот это ползунок по шкале перешел в фиолетовую гамму, чтобы получить максимальное количество ресурсов. Но чуть-чуть не хватило, и мы довольствуемся опять же средней оценкой и нехваткой 5 ресурсов. Но я думаю, это не существенная проблема в нашем сезоне. Еще одна задача, которую мы прошли во второй тренировке, это стратегия на гонку. Мы использовали новый комплект шин софт, и если говорить по задаче, то в целом в итоге я выполнил эту задачу с первых трех кругов, и получалось то, что мне не нужно было ехать все 5. у нас максимальный результат. Если же коротко пройтись по дельте, по времени на круге, то примерный запас по времени у меня с каждого круга был около 2-3 десятых. Если исходить из этого на стратегию как-то на гонку, то в принципе у нас достаточно хороший темп, то есть средний, и мы можем претендовать на какие-то очки, что уже не могло не радовать, что мы были там где-то в конце. Так что можем двигаться дальше и переходить к следующей задаче. Ну а следующая у нас задача — это квалификационный темп, и у нас уже третья тренировка, где погода также была отличной. Первый круг у меня был на грани по времени, и это был лишь 13-й результат. А вот вторым кругом мне удалось поставить уже 9-е время, хотя если смотреть на ту же дельту, то отыграл всего лишь 9 сотых. И я не понимаю, почему разница в 9 сотых привела к максимальному результату. Если судить по темпу, то нужно было улучшать хотя бы на 1-2 десятых, и тогда бы уже ладно 9 место. А так получается, мы улучшили 50-50, и нас уже выполнена задача. Ну как-то тоже это неправильно. Ну да ладно. На квалификацию были следующие цели: занять 15-ю строчку или выше и опередить нашего соперника по пелетону Данила Квята на Торо Россо. Перед квалификацией я поставил 3-ю силовую установку из 4 доступных на сезон, так что штрафа у нас не будет. Но вот дальше придется жертвовать каким-то этапом и получать штрафы за силовые установки, так как, понятное дело, их не хватит до конца. А может быть и хватит, посмотрим, как сложится дальше. Переходим к самой квалификации, и в первом сегменте я показал удивительно высокое 4-е время, и мои соперники Квят и Магнуссен также прошли дальше. Во втором сегменте я поставил уже 7-й результат, а вот Квят и Магнуссен не смогли пробиться в топ-10 и вылетели. В финальном сегменте у нас была неожиданность, у нас пошел дождь, и все выбрали промежуточные шины. И что ж самое ужасное, на трассе был жуткий трафик под конец сессии, когда я выезжал на одну попытку. Так что показать времени нормального не удалось, к сожалению, и это у нас 10-е место. Что касается целей на гонку, то они были следующими: занять 13-е место или выше, опередить все того же Данила Квята на Торо Россо и в личном зачете быть выше 15-й строчки. Ну что ж, поехали. Ну что ж, вот мы и на длинной стартовой прямой трассы в Баку в рамках Гран-при Азербайджана. Видим флажок, напоминают нам ситуацию в личном зачете, где лидирует Себастьян Феттель. Также нам напоминают ситуацию в Кубке конструкторов, где лидирует также Феррари. Ну и показывают нам обладателя pole position, это Льюис Хэмилтон на Мерседесе. Переходим к стартовой решетке. На поле у нас Льюис Хэмилтон, как я уже говорил, а Макс Ферстаппен на втором месте и уступил ему чуть больше 1 секунды. Второй ряд полностью за Феррари, где Райкконен сильнее Феттеля. Дальше Окон и Боттас, Перес и Масса, Хюлькенберг и я в топ-10, Магнуссен и Рикардо, Сайнс и Квят, Джолион Палмер и Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Маркус Эриксон, Вандорн и Верлейн замыкают нашу стартовую решетку. Что касается стратегии на гонку, то, как видим по прогнозу синоптика, в конце нашей дистанции будет сильный ливень. Старт у нас будет на суперсофте, так как мы прошли в 3-й сегмент, ну а затем мы переходим на софт и будем ждать дождя и дальше уже отталкиваться по ситуации. Ну и также скажу, что я чуть-чуть увеличил топливо, так как хотел использовать обогащенную смесь на прямых, чтобы иметь еще большее преимущество над своими соперниками. Ну что ж, гаснут огни Гран-при Азербайджана, стартуем мы неплохо, но впереди стартовали еще лучше. Блокируем шины в первом повороте и с небольшим контактом проходим гонщика Вильямс с Филиппом Массу, вырываясь на 8-ю строчку. В целом для всех старт прошел благополучно, как можно заметить на общей камере. Все обошлись без повреждений, а главное, на трассу не выехал по традиции уже сейфтикар. Так что можем продолжать гонку и двигаться дальше. В в конце третьего сектора на длинной прямой, это у нас второй круг, видим, что Льюис Хэмилтон ставит у нас лучшее время, но я благодаря своим низким настройкам аэродинамики догнал Феррари Себастьяна Феттеля, который вел активную борьбу с Вальтери Боттасом и Серхио Пересом на Форс Индии. И во втором повороте я поравнялся с немцем и на выходе был быстрее его. Но в защиту Себастьяна могу сказать, что он был на софте, так что у меня шансов было побольше. На девятом круге на второй прямой с ДРС ко мне подорвался Нико Хюлькенберг на Рено в борьбе уже за шестое место. И он пытался меня пройти с помощью слипстрима и открытого крыла. Я заблокировал шины перед поворотом, но чуть-чуть не рассчитал место и чуть-чуть влепил Нико в стенку. Но все обошлось для нас обоих, и мы продолжили гонку. Хотя на повторе видно, что возможно у него отлетел кусочек антикрыла, а точнее закрылок, что безусловно повлияет на его темп. Так что мне можно разве что здесь извиниться за то, что я ему не оставил достаточно места, чуточку не рассчитал. В конце того же круга был мой первый запланированный пит-стоп, где мои механики поставили мне шины софт, более жесткий комплект, на котором я постараюсь доехать до финиша. Но не стоит забывать о том, что синоптики прогнозировали ливень в конце гонки, так что посмотрим, как это скажется на дальнейшей стратегии. Также отмечу, что со мной заехал и Нико Хюлькенберг, которому я чуть-чуть повредил антикрыло, и он переобулся в шины медиум. Выехал я же на 18-й строчке перед бразильцем Филиппом Масса на Вильямсе, который также был на шинах медиум. На том же 10-м круге, когда мы боролись с Филиппом Массой и были близки к стартовой длинной прямой, чтобы он попробовал меня атаковать, на трассу выехала машина безопасности. И я тут же поставил необогащенную смесь, чтобы поэкономить топливо для длинной прямой этой же после рестарта. Также мне пришел приказ из боксов, чтобы я прошел сейфтикар вместе с Филиппом Массой, так как мы не лидировали в гонке и были далеко позади. Ну а причиной появления сейфтикар стал претендент на чемпионский титул Себастьян Феттель. И тут просто смешная ситуация. Вот он, повышенный интеллект ботов после обновления Codemasters. Сайнс атакует Феттеля, который берет и бьет испанца в бок, вернее в заднее колесо, чтобы заехать на пит-стоп. Но испанец ехал себе по прямой, и его не волновало, что нужно было немцу. В итоге Себ просто разбивает свой болид об защитный барьер на въезде в боксы. Ну а пока я догонял сейфтикар, и у меня справа висела табличка «Слишком большое отставание», я боялся, что мне дадут штраф, с дистанции сошел еще один гонщик, а именно им стал британец на Рено Джолион Палмер, у которого возникли проблемы с двигателем. Ну а мы, собственно говоря, можем посмотреть на красивую ливрейку Рено, обновленную Codemasters. На 14 круге машина безопасности покинула трассу и был дан рестарт. В первом повороте мне удалось поравняться с Серхио Пересом на Форс Индии, мы вошли вместе во второй поворот, проехали вместе прямую, и уже в третьем повороте я его прошел с небольшим контактом. Чем-то похож эпизод с борьбой Нико Хюлькенбергом на Рено, но у меня уже 9-я позиция. На 21-м круге нашей дистанции пошел дождик, который был достаточно сильным, так как за один круг он сильно намочил трассу, и были у нас пробуксовки, заносы, но мы добрались все до боксов, чтобы перейти на промежуточные шины. Так что на сликах было ехать нереально. На последних кругах было очень сложно, были блокировки, постоянные сносы машины, ну а позади меня еще и были два клиента Мерседеса, причем один из них заводской, это Вальтери Боттас, ну и Серхио Перес на Форс Индии, и они постоянно менялись местами на прямых. В итоге под жестким прессингом я удержал позицию, и это 5-е место. Как по мне, достаточно хорошая гонка, но было очень сложно, особенно в конце в таких условиях. Ну что ж, победителем нашей Гран-при Азербайджана стал гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон, но вместе с ним на подиум поднялись Кими Райкконен и Макс Ферстаппен. На ваших экранах результаты Гран-при Азербайджана. Первый у нас Льюис Хэмилтон, второй и третий Райкконен и Ферстаппен. Четвертый Окон, пятый я, прорвавшись с 10-го места, Вальтери Боттас 6-й, Перес 7-й, 8-й Масса, 9-й Карлос Сайнс, стартовавший с 13-й позиции. Рикардо замыкает первую десятку. Стролл 11-й, Хюлькенберг 12-й, ну а россиянин Даниил Квят на Торо Россо добрался до 13-го места, хотя стартовал лишь 14-м. Мой партнер по команде 14-й, Кевин Магнуссен. Вандорн 15-й, 16-й Верлейн, Маркус Эриксон 17-й, 18-й Алонсо. Никого нет в круге, и два сошедших — это Палмер и Себастьян Феттель. В личном зачете у нас лидирует Себастьян Феттель, несмотря на сход с дистанции на этом этапе. Второй Хэмилтон, опередивший Райкконена. Ну и отмечаем, что Ферстаппен в очередной раз прошел Рикардо. Я на 7-м месте, ну а Магнуссен, мой партнер по команде, на 11-м, впереди Даниила Квята и Лэнса Стролла. В Кубке конструкторов первая у нас Скудерия с запасом в 51 очко от серебряных стрел. Третье быки, ну а наш Хаас 5-й. Как обычно, нам дали ресурсы на модернизацию нашего болида и показали соперничество с Данилом Квятом, где я впереди россиянина со счетом 12-4. В репутации у лидеров снова понизился ко мне интерес, а также у Форс Индии, с которой я боролся даже в квалификации. С одной стороны, плохо с точки зрения контрактов, но с другой, почему я их должен пропускать, если я могу по правилам их сдержать и претендовать на более высокое место? Тут уже вопросы к игре, так что пошли они вон, будем бороться до последнего. Ну что ж, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои каналы Twitch и YouTube, а также группу ВКонтакте, ссылочки в описании. Всем удачи и добра!